А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти и подписаться на канал Jason Games. На его канале ты сможешь найти различные конкурсы, летсплеи по очень многим популярным и новым играм, также игра в Counter-Strike, вопросы-ответы и многое другое. Ссылочка в описании также на ваших экранах. Всех попрошу зайти и подписаться, и всем приятного просмотра. Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. Итак, ребята, перед просмотром этого видео я хотел бы вам сразу сказать то, что если эта серия набирает 500 лайков, то новая серия выходит сразу. То есть сегодня. Все, что от вас требуется, это просто поставить лайки, если вы хотите до 2 серий в день. Посмотрите вы одну серию или 2 серии сегодня, зависит только от вас. Поставьте лайк, и новая серия выйдет сразу же, как только мы наберем 500 лайков. Давайте приступим к видео. Продолжаем искать, ловить, удивляться от заспавненных легенд, которые нам уже не нужны. И, ребята, мы продолжаем прокачивать наших покемонов. И что самое главное, сейчас у нас тут босс Блисси. Это очень круто, но я не имею малейшего представления, кого бы нам прокачать. Давайте, пока никто не пропал, мы возьмем следующего покемона и очень быстро. Нужно очень быстро, потому что все наши покемоны уже прокачаны, а перекачивать я их не хочу. Давайте быстренько вот этого, ребята. Лукарио. В бой! Лукарио нас уже тащит. Очень даже неплохо. Даже на одном уровне вместе с Гроудошей он стоит. Свамперт уже в пролете, можно и так сказать. Но Лукарио реально очень крутой. И спасибо вам, ребята, за то, что вы мне его посоветовали взять. Потому что я не жалею, что я взял Лукарио. Он действительно очень тащит. Круто. Три вещи. Мы уже можем... А давайте уже, ребята. То есть мы сейчас выкинем вот это вещи. Ух, ни хрена себе. Так, сейчас, смотрите, ребята. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И все. 9, 10, мы можем идти уже к Блисси. Ну, Блисси мы уже убили, это очень круто. А, кстати, за камеру, ребята, я надеюсь, вы тоже лайк поставите, потому что камера это... Но многие мне просили, то есть уже даже были вопросы, знаете, типа там, Эдисон, где камера? Magikarp. Ну, это же Magikarp. Зачем нам Magikarp? То ли мне кажется, то ли эти шейдеры какие-то уже очень лагучие. Наверное, кажется. То есть фиг его знает, ребят, почему он меня сейчас... У меня с компьютером иногда бывает. То есть иногда глючит, иногда не глючит. Или это не с компьютером, а даже с майном. То есть майн разные бывает, да? А, куда мы пойдем? Дайте ко мне, ребята, подумать. Новых... Хотя сейчас... Райдона нам нужно... Точно. Райдон 45 уровень. Давайте, ребята, как раз мы это сделаем. Смотрите. Чтобы пока что не выкладывать покемонов, я только выложил для того, чтобы не терять уровень. Не терять уровень, а вот так. Смотрите. Райдон. Райдон 45 уровень. Как мы эволюционируем? Мы его удаляем и берем поке... кто там? Райпериор. Райпериор, левел он 45, да, был? Наоборот, что ли, нужно? Ага, сейчас. Вот. Ну что, ребята? Ой, сейчас я быстренько поменяю. Не кричите, это не займет много времени, потому что это... Когда меняешь сборки, вот это все сбивается, и нужно заново перенастраивать. Все, ребята, работает. Вот наш Райпериор. Замечательно. Саблей мы можем выкладывать, Райпериора мы можем выкладывать, Ариадуса мы можем выкладывать, Скулипеду еще осталось 2 уровня, и Рулетику осталось 5 уровней. А мы дождемся ночи. Она уже, мне кажется, очень даже быстро наступит, то есть уже скоро. Хотя как скоро? Не скажу, что скоро, и не хочу терять время. Не хочу я терять время, ребята, поэтому мы идем... На наш островок, и не зря мы сюда пошли. Хотя это даже не наш островок. Мы нашли двух боссов, мы нашли покебол, который валяется на земле. И давайте прокачаем вот так. Главное, чтобы ты не перекачался, скалипедушка. Потому что если перекачаешься, я тебя убью.
Хотя мне кажется, что, наверное, так и будет, поэтому не будем рисковать. Давайте еще рулеток кинем, чтобы уровень немного разделился, и чтобы одному пошло нормальное количество опыта, и чтобы другому пошло нормальное количество опыта. И экспешер нам сейчас выпадет. Ребята, я в курсе. То есть вы не верите, ну смотрите, ну смотрите. Ну видите, что он не выпал. Главная хрень, твистед спуны, личи берри и вещи, которые я вижу в первый раз нам выпадают. И экспешер, который в предыдущем сезоне у нас миллион было, сейчас не выпадает. И, ребята, я вас поздравляю. Наш... Сейчас. У нас первая сотка в этом сезоне. Я как раз так подумал. А какой уровень Свампер? Какой уровень Грудоша? И нет, ребята, мы их никогда не докачивали до 100 уровня. А вот Лукария у нас 100 уровень, ребята. Поздравляю. Первый покемон 100 уровня в этом сезоне. Нехило. Только я опять забываю координаты. Вот, то есть, ага, с минусами нужно. Вот сейчас я уже понял, с минусами. А то я уже начал забывать, ребята. Дратини. Ну, Дратини вроде ночью только спавнится, поэтому сейчас большого смысла нету. Но зато я вижу Бластойза, вижу других покемонов, которые нам помогут прокачаться. Скулипец 40 уровень. Все, мы его можем выкладывать. И 4 уровня рулету. Ребята, в этой серии мы выложим 5 покемонов, как у нас уже было в какой-то... Пару серий назад, когда мы за одну серию выложили около 6 покемонов, то есть 6 новых покемонов мы взяли. И эта серия будет где-то возле этого. 5 новых покемонов — это много. Взять, не словить, а взять в команду, да? А, я постараюсь тут шейдеры включить. Тут, в принципе, не так уж и лагает очень, но все же немного есть. Я не знаю, почему именно вот сейчас. То есть с камерой, конечно, лаги передаются, FPS падают, поэтому это и камера, можно сказать, но все же. Прикиньте, ребята, сейчас еще один Суйкун заспавнится. И если сейчас спавнится еще один Суйкун, то это уже... Этот сезон, это уже будет просто тролль. Тролль какой-то наивысшей категории, которая только существует. Если в этой серии заспавнится Суйкун, а не Лугия, которую мы уже ищем целый сезон, и который вот тут биом вокруг нас на этом острове, который мы ищем уже целый сезон, и она не спавнится. Или Кёгр, который в предыдущем сезоне спавнился по пару раз за серию, а сейчас мы его ищем тоже целый сезон, и он еще до сих пор не заспавнился. Если заспавнится Суйкун, я просто выключаю серию и ухожу, потому что мне это уже надоело. Честно, они на меня обиделись, я тоже на них обиделся. Идите вы в жопу. Легенды, потому что это уже не смешно. Вот такие тролли какие-то, легенды, это уже с ума, ребята, можно сойти. Какие-то тут небольшие уровни, как я вижу, то есть там Басяндра есть, но Шакал в земле. Даже посередине океана спавнятся покемоны в шахтах, а не в том же океане, а я уже даже ничего не говорю, чтобы на острове, да, где-то спавнился. Ну смотрите, ребята, сейчас тут нам нету смысла ничего делать. Мью. Ребята, секундочку, подождите. Я хочу увидеть координаты. Координаты в джунгли. Потому что джунгли вы мне помогали найти. То есть я не мог их найти, и вы мне помогли их найти. Но они очень далеко у нас находятся. Тут? Нет, не тут. Что-то я неправильно написал. Может, тут? Я что-то, ребята, неправильно, что ли, координаты джунглей запомнил, или я... О, вот, я не то просто скопировал. Ага, это вот та охрененно какая большая гора. Сколько тут метров? 160 метров гора, мы на самой верхушке, ребята. Это мне подписчик тоже скинул, то есть сказал, мол, Эдисон, вот я нашел очень большую гору, и вот, ребята, смотрите, мы действительно нашли... Кого мы... Глейгер. Ребят, я не... Выключать все, выходить с игры. То есть не прощаться, просто выходить, потому что я уже это терпеть не могу, ребята. Я не знаю, что сказать. Даже тот же босс пропал, ребята. Я не знаю, что сказать.
А сейчас пойдем к Мью. Идем к Мью. Никто не будет спайниться. Дратини, Глейгар, кто еще? Дитто. Мью? Какая нахрен Мью? Если у нас может 100 суйкунов, 100 райкоу заспайнится. Зачем нам Мью? Зачем нам Кьюогр? Зачем нам Луги? Если у нас будут миллион суйкунов и миллион райкоу. Логично вполне. Я не могу, ребята. Это уже чересчур. Честно. Я уже снимаю наушники, я уже не хочу просто беситься, потому что это уже чересчур, ребята. Все. Это уже предел. Каждая, практически все. Вот сейчас нас каждую серию спавнят легенды, троллят легенды, которые уже спавнились миллион раз. А новые легенды не будут спавниться. Я даже не смотрел, где тут райкоу. Может, этот райкоу был шайни, вдруг, да, там 1% к миллиону, что может шайни заспавниться или даже не может. Но все же, иди в жопу, райкоу, все, с меня уже хватит вот этих ваших приколов. Вы договорились там с суйкуном, то есть суйкун, райкоу, эти два псы, в прямом смысле псы, нас троллят уже, потому что, все, я уже не могу. А главное, Мью не будет спавниться целый сезон. В принципе, Мью это один из таких, легенд, который должен спавниться в первую очередь в новом сезоне. То есть она не очень редкая. Если Мью заспавнилась, то в принципе мы можем сделать сразу и Мьюту, если сделаем машин. Но в этом сезоне как-то наоборот. Прям до конца все наоборот. Новые легенды. Добавили же новых легенд. Суйкун, Райкоу, Энтей. Райкоу спавнится уже не знаю какой раз. Суйкун спавнится уже не знаю какой раз. Эти легенды нас троллят. Энтей почему-то не спавнится. Не знаю, то есть эти две легенды спавнятся, а Энтей не спавнится. Мью, который одна из самых первых легенд, не спавнится. Зато все новые легенды, которые добавили, они уже спавнятся много раз. Кроме Энтея. Кьюгр, который уже спавнится тоже миллион раз в предыдущих сезонах, не спавнится. Про Райквазу я молчу, где сезон или два сезона назад был то ли баг, то ли они так сделали, что за один день спавнилось по 20 кусков Райквазы или даже больше. Сейчас вообще ни одной Райквазы нет. И в предыдущем сезоне тоже ни одной Райквазы, кстати, не было. И она там вроде даже через баг как-то заспавнилась. Я не знаю, ребят, с меня все, это предел, то есть я больше не могу вот это терпеть. Это чересчур, все. Еще сейчас нас вот этот Веномов паскуда убьет. Я даже не знаю, чем его добить. Саблеем я не буду бить. Райперером я не буду. Скулипедом я не буду. Ариадсом я тоже не буду. Потому что если мы ими ударим, мы перекачаем наших покемонов. А перекачивать я не хочу. А в принципе мы даже ничего... Мы даже ничего еще не можем сделать. То есть... Вряд ли он всех нас сможет убить, а если убьет, то это, в принципе, в какой-то степени даже лучше будет. Воз, замечательно. Лучше убей, пожалуйста. Я не хочу перекачивать наших покемонов, лучше убей. А Саблея он что, не хочет трогать? То есть Саблей такой миленький покемон, которого он не хочет трогать? Я вижу, что так, потому что он его даже не пальчиком еще даже не тронул. Ладно, перекачаем Саблея, зато прокачаем его к 45 уровню, допустим, вот сейчас на Блиссе, да? То есть у нас еще 9 Блиссе осталось, потому что на начале серии мы убили одну. Ну, зато 5 вещей выпало, которых мы сможем потратить на тех же Блиссе, да? Ну, 3 уровня мы ему качнули только с одного босса, еще осталось 2 уровня на Блиссе, да? Или даже сейчас пойдем на остров, смотрите, ребята. Идем на остров, и сейчас мы тут продолжим наш кач. Так, секундочку, ребята. Я уже все, то есть... Дратини, вот я написал, да? Банальная Дратини даже не спавнится. То есть в первых сезонах, на начальных сезонах, даже не то, что на начальных, в предыдущих сезонах мы Дратини видели практически каждые пару серий. Сейчас в этом сезоне мы еще даже до сих пор не нашли.
дратини. Все. То есть, это жопа, ребята. Это жопа с этими легендами. Вот смотрите, вот сейчас мы находимся там, где спамятся легенды. Там, где должны спамиться две легенды. Я даже сейчас специально возьму... серия какая-то... А, вот. Вот сейчас ты напал, да? Спустя не знаю сколько времени. Какие-то серии, знаете, предыдущая серия начинает как-то, да, продолжает действовать. А как вы помните, кто смотрел предыдущую серию, предыдущая серия как-то была не очень везучая, можно и так сказать. Это жопа была, не серия, если уж прямо говорить, да. Вот сейчас какая-то жопа с легендами как-то продолжается, потому что... Я вижу, что ребята, они не перестанут нас троллить к концу сезона. Я даже не знаю, если они нас будут дальше троллить, то как мы тогда прокачаемся? Да? Точнее, не то, что прокачаемся, как мы тогда... как мы тогда словим новых легенд, если вот эти паскуды нас продолжат троллить, да? Я не знаю. Но одно радует, что хотя бы Лукарио у нас уже докачан, и он уже... максимальный уровень и первый покемон, который докачан до сотого уровня в нашем этом сезоне, да. Это уже круто. А, пока что будем тут, то есть, вот смотрите, рулета прокачали, сейчас еще Саблею два уровня. И мы, ребята, ой, места нету. И мы уходим и пойдем на Блисси. То есть, сейчас мы можем пойти и убить тех же Блисси и прокачать нашему Саблею еще два уровня. Но зачем, если мы можем его прокачать вот тут два уровня и сэкономить Блисси на кого-то другого, да? Мне кажется, будет как раз нормально. Вот уже только убили 30-20 уровней и уже один уровень прокачали нашему Саблею. Ну, может, он, конечно, там был такой, знаете, парочку так опыта не хватало ему, но все же. Джетпак у нас вот тут рядом где-то. А где джетпак? А, вот он. А, может мы даже его еще соденем и нам может даже чуть-чуть где-то полетаем. Хотя я не вижу смысла. У меня уже надежда словить каких-то новых легенд, которых у нас нету. Все, она уже пропала, потому что я вижу только тролль легенд в этом сезоне. Сейчас прикиньте, если сейчас еще Суйкун заспавится. То есть нам не хватает Райко в этой серии, сейчас еще и Суйкун заспавится. Смотрите, ребята. То есть, может даже не заспавиться, но мне кажется, быстрее еще пару суйкунов заспавиться, чем заспавиться хотя бы дратини, да. Я уже не говорю там про Кьогра и про Лугию. Но замечательно. Саблей 45-й, Райпериор 45-й, Рулет 40-й, Скулипет 40-й и Ариадос тоже у нас прокачанный. Фух. Круто, ребята. Хотя бы в одном. Ой, я извиняюсь, если там громко, ребята, потому что, как видите, я уже без наушников. Мне уже хватит вот этой серии. И Райкоу, который заспавился, мне уже хватит. Кто у нас написанный? Дратини. Ну. Ребята, вы верите, что мы словим Дратини в этой серии? Я как-то не очень верю. А что самое главное, я вот здесь сейчас так подумал, нужно получше следить. То есть даже если дракини заспавится, нужно следить за картой, потому что мы очень быстро летаем. Если мы не успеем остановиться, я просто убью. Себя убью или убью всех своих покемонов, которые сейчас у нас в команде. Если вот такая хрень будет, да? Вряд ли. Вряд ли вообще кто-то заспавится. Банально дракини даже, ребята, не спавится. Даже дратини не спавнится. Вот, видите, я так специально, не специально. Вот смотрите, ребята, этот баг не действует. Люди не перестают писать, и люди не перестают думать, что этот баг уже давным-давно исправили. То, что если ты взлетаешь на большую высоту, то покемоны начинают переспавиться очень быстро. Есть возможность, что заспавится какая-то легенда. Это как есть возможность? Они 100% заспавятся. Но все, ребята, этот баг уже убрали, он уже не работает. Давай Райкоу, еще один Райкоу заспамится. Будет замечательно. Я уже все, ребята, все. Это уже...
Ну что, ребята, вышел я с игры, потому что мне уже хватило, вернулся сейчас. У меня уже нету желания больше ничего делать. В этой серии, к сожалению, мы не будем убивать Блисси. Убьем 10, в следующей серии 20 Блиссища. Извиняюсь. В следующей серии убьем 20 Блисси. Поэтому, ребята, запомните, что в следующей серии нас ждет 20 Блисси, чтобы потом не говорили, мол, Эдисон, фу, читер, или там нарушил собственные правила, что... Горил максимум серию 10 Блисси, убил 20 Блисси. Эти 10 Блисси, которые в этой серии, мы переносим на следующий, потому что у меня уже нет никакого желания. Что я хочу сказать. 90% всей серии мы проводим в том биоме, где мы ждем нужную нам легенду. 5% серии мы проводим дома, например, или тут в качалке, где мы меняем покемонов или качаемся. 4% серии мы проводим где-то там в горах или на... еще где-то, где мы прокачиваем наших покемонов или ищем новых. 1% серии мы проводим в том биоме, через который мы перелетаем в нужный нам биом. Летим над океаном, возле нас саванна. Летим на горе, возле нас саванна. Летим через джунгли, возле нас саванна. И 90% всей серии, где мы находимся в том биоме, не спавнится нужная нам легенда. Зато 1% той легенды, которая находится где-то через 10 биомов, возле которого мы пролетаем рядом, там спавнится та легенда, которая нам не нужна. Ребята, у меня уже нету ни малейшего понятия, что творится. Вы заметили, что каждый сезон Пиксельмона нас как-то троллит. В предыдущем сезоне был тролль Райкваза, который не спавнился, а потом заспавнился через баг, что даже в чате не написало, что кто-то заспавнился. И Киогр спавнился по 10 раз в одну серию. В третьем сезоне у нас был тролль Райкваза, который каждую ночь спавнился где-то по 30 раз. Где-то во втором сезоне или еще где-то у нас был тролль Шайни Мьюту, который заспавнился у нас за спиной, когда еще даже Покерадара не было, когда даже в чате не писало, что кто-то заспавнился. Заспавнился у нас Шайни Мьюту, которого я не заметил, но потом на серии заметил. И ребята, я даже не представляю, что в этом сезоне творится. Весь сезон мы проводим возле воды, где нужные нам покемоны, которые не спавнятся. Та же Дракини нам не спавнится. В этой серии я обещал словить Глейгора. Я хотел идти его словить, ребята. Я вам даю честное слово. Я хотел и Глейгора словить, и Дракини попытаться словить, и поохотиться на легенду. Но, как вы видите, тролль-легенда, которая нас троллит уже на протяжении всего сезона и даже не успокаивается, а наоборот, еще больше, набирает больше еще обороты, продолжает нас троллить и портить нам настроение. Ребята, в следующей серии мы убьем 20 Блисси, пойдем попытаемся словить Дратини, попытаемся, если найдем, и в следующей серии мы словим Глейгора. Это я вам уже обещаю, в следующей серии я уже пойду и буду охотиться просто на него в протяжении всей серии. Забудем про легенд, уже хватит беситься по поводу этих легенд, пойдем и попытаемся словить Глейгора, хотя бы найти его. И также убьем 20 Блисси, как я уже сказал, ребята. 10 вещей мы уже выкинули за эту Блисси. В этой серии мы одну Блисси убили, точно. То есть в следующей серии нам нужно будет убить 19 Блисси и выкинуть еще 10 вещей. Договорились. На этом, ребята, мы заканчиваем. Не забываем, если эта серия набирает 500 лайков, сразу же выходит новая. То есть, если вы сейчас заканчиваете смотреть эту серию и хотите, чтобы следующая серия вышла не завтра и не послезавтра, а вот прямо сейчас, чтобы у вас было еще что посмотреть, просто зафигачите лайк, и, возможно, если мы наберем 500 лайков на этой серии, выходит еще одна новая серия Пиксельмон сегодня. На этом, ребята, мы заканчиваем. Если вам нравится вебка, то, что я играю с вебкой, вы видите мои эмоции, потому что с этим Райком с ума сойти можно, а не то, что какие-то обычные эмоции. Если вы хотите, чтобы мы дальше продолжали играть с вебкой, ребята, запилите лайк. Я буду очень благодарен. Также, если вы поставите комментарий, у вас появится шанс попасть в наш музей и увековечиться в этом сезоне своим именем на каком-то покемоне и, в принципе, сделать мне приятное, потому что я читаю каждый ваш комментарий, каждого человека, и, в принципе, кто-то пишет что-то приятное, кто-то агрится, кто-то критикует, но все же я всем благодарен тем, кто пишет. На этом, ребята, мы заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!